Первая область, которую мы берем, это будет Воронеж. И отличительная особенность у них в руках. То есть это широкие размашистые движения руками, как у женщин, так и у мужчин. У мужчин это резкие хлопки и так далее и тому подобное. То есть если у мужчины, то это верх, ровно как и у женщины. То есть вы должны себя нести. Садимся через ассамбле. Если мы садимся через ассамбле, мы имеем право подвернуть ноги в любое положение, в котором нам нужно.